Можно? Как вы сейчас сочтете нужным? Ну, я вам скажу, что это Ватикан говорит, что это обязательно, поэтому я... Всегда священнослужители и православные, и католической церкви, христиане заявляли о том, все во власти Господа Бога. Мы же от этого не отказываемся. Ну, нет, да, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Поэтому конечно, все нет. У него в руках. Конечно, там, где нужно предостерегаться, нужно предостерегаться. Но нам есть чему порадоваться на утро сегодняшнее. Мы уже в течение 2 недель не прирастаем. Знаете, мы уже остановились на какой-то отметке о пневмонии. О, что главное, да. Пневмонии. А, у нас сокращаются по 20, 30, 40 человек за сутки. А. Ну, поэтому я так полон оптимизма, что все-таки нам удастся это сдержать. Как человека, который здесь оставил хороший след после своей службы, да. Вы все-таки провели не один год здесь. Нет, точно, поэтому мы точно, с великим точно. Удовольствием вас готовы принять, и я очень рад, спасибо, что спасибо. Его святейшество Папа Франциск направил вас сегодня в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться. Спасибо. У меня спасибо. Хорошее впечатление остались от встречи, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили точно, здесь. Точно. Ну, я всегда говорил, что нынешний папа Франциск, наш папа римский, это вот с моей точки зрения, это народный человек. Ну да, это народный человек. Народный. Это, вот это, да, это меня это очень прельщает. Он будет звонить сегодня вечером мне. Передайте ему самые теплые слова поздравления с Новым да. годом. И очень крепкого здоровья. Спасибо. Если заболеет, тоже пусть не переживает. Но если что, так мы готовы принять его на лечение. Мы умеем, скажу, мы передаю, умеем лечить. Передаю, но передаю. Лучше сейчас не надо болеть. Я надеюсь, что он не будет, даже потому что уже давно он хотел встречаться с людьми, но не допускается, потому что такой закон есть, и никто не может быть близко. А это для него очень сложно. Потому что ему отношения значит контакты с человеком. Вот. Ну и Рождество, здесь Новый год, праздники, ну, поэтому точно, болеть точно, некогда. Точно, вот нам точно. Некогда болеть. Поэтому... Я передаю. Но нет. Если что, да. К нам сразу. Хорошо, к нам. передаю. Да. Обязательно. Спасибо вам за то, что вы спасибо. Приехали к нам. Это хороший знак такой, есть о чем поговорить. У нас всегда много тем. Да, да, да. Они да, остаются, да. Многие темы, их сразу не решишь. Но движения, какие-то движения. Ну, вы помните, есть, что даже очень много получилось. Да, да. Слава Богу. Ну, к сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании надо вам снова в Беларусь возвращаться. После Великобритании, может быть, будет пенсия. А, нет, ну какая вам пенсия? Ну, знаете, кто знает.